Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициал. Я бы разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок. Стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы, раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука.